Всего в соревнованиях участвуют 27 команд из 5 стран. Дебютировал детский хоккейный коллектив Сочи в матче с командой из Салехарда. Итог игры нашего клуба с Ямалом – 5-2. Второй матч у сочинских хоккеистов тоже был победным. А вот третья игра с Ладой из Тольятти прошла неудачно. Проигрыш в сухую. За 7-8 место Сочи сегодня боролся с московским клубом «Динамо». Я считаю, что мы удачно выступили. Уже минимум 8-го места мы не займем для Сочи, так как мы впервые участвуем в этом турнире. Я думаю, это хороший результат. Итоги международного турнира среди детских хоккейных команд будут подведены завтра.